Всем привет! Приятного аппетита! У меня сегодня... Выключи звук, пожалуйста. Телевизор будет. Собака жрет. Мама сидит, ест и уроки с ребенком делает. Самое главное поесть, а не ребенку с уроками помочь. Надо же лайков набрать, и подписчиков мне написали. Даже такое. Вчера я ела, вот. Ем. И с ребенком учу уроки. Вот понимаешь, не должно быть так. Надо сначала прийти уроки сделать, а потом уже есть. Конечно. Часов 12 ночи, когда уже нахрен еда не нужна будет. Так. Я всегда так делаю. Я сначала прихожу, поем, естественно. А потом уже начинаю уроки делать. Чуть я голодна должна. Бутер. Поэтому я сейчас ем и буду делать уроки. И вообще, в 4 классе он должен уже сам все делать. Да, Кирилл? Да? Ешь давай. Вот и я про это. Что ж, совсем не должна есть, что ли? Это фунчоза с... Вот грибами, да? Я уже говорила, нет? Ешь. У всех начался ад. Домашка здесь, мне всем терпение. Спасибо. Это точно. Ух, Светик, сразу чувствуется, школа началась. Терпение тебе. Как вспомни, как я с сыном делала уроки. Меня аж дрожь бросала. Так. Приятного аппетита. Умница, красавица, спасибо. Приветик, Светик, покажи румтур квартиры. Румтур. Какой? Этой? Пока нет. Пока нет. Я покажу, когда я все сделаю. А так? Смысл? Когда у меня кухня только сделана, то недоделанная. Мне еще нужно хрущевский холодильник сделать. Ванная, туалет тоже нужно делать. Что еще? Зал. Портал. Кириллу клеить нужно. В общем, до хрена нужно чего делать. Поэтому... Пока нет. А мамкину дом я могу показать. Хотя я уже показывала его. Мы на этих выходных собираемся ехать. Загадывать не будем, потому что у нас планы. Планировать нам нельзя. У нас они всегда. Эти планы могут рухнуть. Приятного аппетита, спасибо. Елена, привет. Света, как рыбалка? Лов был. У нас было немного, 3 карпа по 1,5 килограмма где-то. А вообще я проспала в этот раз. Беларусь тебя смотрит. У нас ничего не было. Мы пошли домой с пустым садком. Ничего мы не поймали. Так, а вы молодцы. 3 по 1,5, это хорошо. Приветик, любимочка моя, у меня тоже перчик. Это классно, я вообще обожаю перец. Прям обожаю его. Ты что сидишь, играешься?
А почему бы не помочь ребенку с домашкой? Я сижу, ем. Я после работы пришла. Один раз в день ем. Хотела сказать, один раз в неделю. Мне можно прийти поесть? А потом уже уроки делать, нет? Не понимаю. У вас есть дети? Вы приходите, бросаете все за уроки? У меня Кристинка, она с 4 класса сама делала уроки. И по сей день сама делает. Я к ней. У меня какого отношения? Ну, то есть, я только оценки смотрю. А так она у меня самостоятельно умничка. И учится она отлично. Ну, бывает там четверки проскальзывают. Смачного, Светик. Спасибо, Оля. Ух, мама, как ты строишь. Я до 6 класса капитально сидела. А в 7 все, отвяжись от меня. Вот, а у меня Криска отвязалась от меня с 4 класса. Как в Москву приехала. И все. Она самостоятельная. Приветик. Насколько супруг старше? На 12 лет. Как помойка. Борщ, селедка, писец. Боже. Вы откуда вообще? Вы сами с помойки? Мне пишите. Если мне все это нравится. Я ем. Я могу селедку съесть вместе с сладким. Да с чем угодно. С макаронами. Да с чем угодно я селедку могу есть. Бесконечно. Люблю я рыбу. Так. Почему у меня был борщ с пениной? Потому что у меня кипел микроволновки в тарелке. Вот поэтому с пениной. Шикарно, вкусно. Так, все, это нужно доедать. Так что, я не обязана приходить и кидаться за уроки. То же самое сказать детям, прийти со школы и ждать маму с работы, чтобы поужинать. Ну, поесть, имею в виду. Пообедать, поужинать. Тоже такие интересные. Что и делает мой ребенок? Ешь! Кайф. Сюда я немножко добавила еще лука сушеного. Теперь задолбаю везде добавлять. Уже сколько съели. Ты ешь? Мы в конце концов, когда уроки начнем делать? Я тоже съела. Хотя он раньше сел. Он вместе со всеми сел. Все уже поели? Кроме Светы. А Кирилл доедает. Все, я наелась. Так что, каких только комментаторов нет, каких только мнений нет. Вообще ужас какой-то. В общем, всем спасибо, кто меня смотрит. Ест со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии.